С чего начинается жизнь каждого человека? Конечно, с молока матери, которое со временем заменяется коровьим. Не просто так известна каждому фраза «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Тяжело представить семью, на столе которой нет основных продуктов – хлеба, молока и мяса. И тут сразу же в нашем сознании всплывают образы молочной коровы, крепкого бычка, пушистой овечки и розовой свиньи. Знаем ли мы, каким образом получаются такие отменные представители своего рода? Ведущее и динамично развивающееся республиканское унитарное предприятие «Витебское племенное предприятие» благодаря многолетнему опыту в племенном животноводстве знает, как добиться высоких результатов и не останавливаться на достигнутом. История предприятия начинается еще с 1951 года. На сегодняшний день это высокотехнологичное предприятие Витебской области, которое имеет около 10 миллионов доз генетического материала быков разных направлений. Это молочные, мясомолочные и мясные направления. На Витебском племпредприятии проводятся работы по трансплантации эмбрионов высокоценных племенных животных, оценка племенных производителей в целях определения их генетической ценности. Витебская область удерживает достойный уровень по продуктивности коров. Используя генофонд племпредприятия, проводится целенаправленная работа по повышению генетического потенциала молочной продукции крупнорогатого скота. Отслеживается связь продуктивности с оценкой типа, здоровья и воспроизводительной способности животных. В результате кооперативное хозяйство Лариновка Оршанского района уже не первый год удерживает лидирующую позицию по продуктивности коров в Витебской области. Удой за 2019 год более 11 тысяч килограммов молока. В племенных хозяйствах сосредоточено маточное поголовье коров с продуктивностью 9 тысяч килограммов молока и выше. Отличительным моментом в содержании скота Витебской области можно смело считать сохранение традиционного выгула скота на пастбище. Мясное скотоводство направлено на создание племенной базы мясных пород крупнорогатого скота. Обеспечение племенной генетической продукции сельскохозяйственных организаций, занимающихся разведением мясного скота и его помеси. Увеличение производства высококачественной говядины от скота мясного направления и формирование структуры мясного скотоводства области. Яркими представителями считают специализированную мясную породу скота Герефорд. Выделяется хорошей приспособленностью к различным природным и кормовым условиям, характеризуется выносливостью, скороспелостью, неприхотливостью к кормам и, что немаловажно, устойчиво к ряду заболеваний. В Витебской области имеется свыше 8700 голов чистопородного и поместного скота герефордской породы. Самое главное – это мраморное, сочное и нежное мясо, что является преимущественными характеристиками элитной говядины. Хозяйство выращивает племенной молодняк для реализации как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Одной из главных целей свиноводства считается получение племенной продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках. В 2009 году был открыт Центр селекции и генетики на Витебском племенном предприятии. Центр – это производитель и поставщик генетической продукции племенных хряков, пород Йоркшир, Ландерс и Дюрок по всей Витебской области, а также в Могилевскую и Гомельскую области. Уникально для Витебской области такое направление, как овцеводство. На Витебском племпредприятии выращивается поголовье овец, чистопородных романовских и три породы мясошерстных – суффолк, ильдефранс и тексель. И ориентировано на сохранение генетического фонда этих пород, создание однотипных стад, повышение их племенных и продуктивных качеств. На племпредприятии работает аккредитованная молочная лаборатория для контроля качества показателей молока, оснащена оборудованием производства Дания и Нидерланды, которая с высокой точностью фиксирует результаты тестов. Витебское племенное предприятие сегодня является ведущим и прогрессирующим в племенном животноводстве в Витебской области. Применяя современные технологии и ориентируясь на международные стандарты, с перспективой смотрит в будущее. Наша генетика – ваш успех!